После заморозка 9 мая. Заморозок был до минус 6. Вот тут вот тюльпаны поникли головой. Луки тоже. Рябчики стоят луковичные. Так. Примулы. Ничего, я все поливала. Вот эти тюльпаны склоняют голову. Оранжевые отливала. Так, рябчик персидский. Нормально чувствует себя. Пионы тошка. Итогибрид. Пригорюнился. А Кэрол вроде ничего. Но с бутонами зря он, конечно, стоит. Тюльпаны Тарда переночевали. Нормально, более-менее. В парнике все луки нормально перенесли заморозок. Там еще стояли банки с водой. Тюльпаны я оборвала. А, вот один попугайный. Нормально. Луки все хорошо чувствуют себя. И земклуника тоже прекрасно выглядит, несмотря на заморозок. Или два заморозка. Накануне небольшой и сегодня ночью большой. Хрен держится. Цветонос уже показали. Так. Ну, безвременник. Тоже вроде как у него листья. Плотные пионы стоят, неплохо выглядят, хотя их обкосили. Аконитик и флоксы тоже неплохо. И леник чуть-чуть приник. Так, кто еще? Нарциссы видны. И пюре. Ничего. Мьяник поник. Тюльпаны поникли, надо отливать. Волжанка вообще увяла. Ну, померзла. Сегодня под утро был заморозок. Минус 6. И вот магнолия во что превратилась. Цветочки все померзли, как тряпочки висят. И красотка мукдения тоже померзла. И он древовидный, который привит на травянистый подвой, решил цвести рано. Вот тут вот 3-4 бутона, 4 бутончика. Надо же. И тоже поник. И даже примула мелкозубчатая померзла. Надо обрезать цветочки. Зато примула, не знаю какая, может бестебельная, хотя стебель есть, стоит как огурец. А стильба померзла. Такая грустнела, которая пошла в рост. Клопогон тоже грустит. Но больше всех померзла гортензия черешковая. Она уже хотела было зацветать. Вот. Цветоносы шли. Листики потемнели. Ну, кое-какие, конечно, выжили. Зеленые. А так вид у них страшненький. Вот у крыльца, видно, теплее было. И зацветает купальница азиатская. Ее тоже я заливала водой. Красотка. А еще волжанка вот на заднем плане. К забору ближе тоже вся поникла. И лилии стали какими-то
Вот эта азиатка ничего, а вот там вот ОТ. Поникли. Ирга вроде ничего выглядит.